Ну вот интересно, я каждый раз включаю вот эту штуку и никогда не могу сообразить ее. Там уже запись идет или нет? Ну давай проверим, если сейчас что-то приостановить. Запись написана, значит идет. Друзья, привет. Вы пока особо не обращайте внимания, я просто тут дорисовываю это. Это же будет шедевр, но пока в таком виде дурацком. Это очень сложная картина. Это очень сложная картина. Одновременно лежит на диване, одновременно вспомнил, как он в юности лежал на травке, смотрел, как облака плывут, и мечтал. Но очень сложно соединить в одной картине вот этот смысл, создать в одной картине. Но это просто невероятно сложно, поверьте мне. Потому что для этого надо иметь, ну, такую, ну, просто необыкновенное состояние, когда у тебя все детали складываются из противоположных, как говорится, противоречивых моментов. Ну, комната, диван и одновременно, чтобы лежать на травке в юности. И чтобы она называлась еще мечтатель. Вот он мечтает, видите, да? Но я ее уже делаю сколько? Полгода делаю, даже больше. Ну, в принципе, речь сейчас не об этом идет. А видите, вон там у него там над морем летает чайка, и здесь у него, там, где он лежит, как бы в юности, смотрит, как облака плывут, и жизнь кажется большой впереди, интересной, главное быстрее вырасти. И там тоже птичка, вон, видите, и солнышко здесь, и солнышко там. Ну, там на картине у него в комнате висит над диваном. А тут, значит, в небе летает. Но очень сложно совместить. Это же многозадачность. Это по существу одновременное решение двух-трех противоположных, противоречивых вопросов. И для этого надо подняться на такой уровень, чтобы все сверху видеть, чтобы все было в целостности. Ну, еще и вот пальчики, ножки. Ну, вообще, короче говоря, одеяло надо было еще нарисовать. Вы представляете, сколько раз я пытался нарисовать это одеяло? И так, и так, и так. За счет этого у меня получается многосложная живопись. Многослойная и такая, и всякая. В общем, видите, как там надо было так, чтобы она не плоская была, чтобы одеяло было, и одновременно цветы здесь получились, и здесь, и там. Ну, короче говоря, пока я догадался, что подушка должна быть белая здесь, соединяющая то пространство и это пространство. Ну, в общем, это сложная история. Короче говоря, рождение шедевра. Я вам просто рассказываю. И я вам хочу еще сказать, я сейчас пишу новеллу, которая называется «Обнаженная истина» или «Секрет везучести». Ну, это очень интересная вещь. Вот женщины, например, в своей психологии восприятия по своей структуре иньские, да, иньские. Вот, они вот как бы верят в то, что, ну, кто-то напишет там, скажет, метод исполнения желаний, раз и сразу верят в это, потому что они вот, я не знаю, они не производители, что ли, идей каких-то, поэтому вот они вот верят в волшебную палочку, в отворот-приворот, да, они верят, например, что муж ушел к другой, потому что его там заговорили или еще что-нибудь такое, да. Мужчины, наоборот, они янские, не инские. Они верят, что они должны что-то сделать. Ну, это, может, мне так кажется, может, теперь это и женщины, и мужчины верят в то, что, например, желание исполняется, вот загадал желание, как надо правильно загадать, как в фильме «Секрет». Как надо правильно загадывать. Я-то знаю, как надо желание загадывать. Надо, чтобы оно правильное было. Но потом в определенном состоянии, когда ты снял стресс, вышел на ноль, и в этом нулевом состоянии, если ты загадываешь желание, воображаешь себе, как ты бы хотел, чтобы это было, и там ты начинаешь чувствовать и понимать, что это не истинное твое желание. Потому что на самом деле секрет твоей везучести заключается в том, что исполняются только истинные желания. Они не навеянные, сиюминутные, придуманные, намадненные, так сказать, каким-то телевизором.
Да, я помню, раньше вон фильм «Офицеры» показали, и все хотели в офицеры пойти. Потому что такой хороший фильм был, «Офицеры». Да, в моей юности. Потом про космонавтов показали, все хотели в космонавты пойти. Но разве это было истинное желание человека? Конкретно взять человека, чтобы он вышел на ноль. На ноль вышел, когда отсеивается вот эта вся мишура, вот этот белый шум, как говорится. Да, все наносное, когда уходит, и ты выходишь на самое себя. Обнаженная истина. Я вот сейчас новеллу такую пишу. Обнаженная истина или секреты, ну, везучести. Да. Надо обнажить истину, то есть понять, чего ты на самом деле хочешь. И в этом состоянии ты уже понимаешь, как этого достичь. И тогда желание начинает исполняться. Но то, что я сейчас говорю, и для мужчин, и для женщин. Да. Поэтому новелла, она так и будет называться, «Обнаженная истина». Или «Секреты исполнения желаний». Нет. Или «Секреты везучести». Везучести. Потому что есть люди везучие, да, есть невезучие. Вот эти везунчики, черт бы их побрал, вот, ну ничего не делает, а ему все валится и валится. Да, а ты тут стараешься, картины пишешь, понимаешь ли там. Мне кто-то там в Ютубе написал, что почему ваши материалы, видео не систематизированы? Ну вот как раз я в этот момент думаю, почему мне они не систематизированы? И как можно меня систематизировать, мать, а? Как это можно сделать? Вот у меня лежит на столе книжка, да? Ключ к защите от стресса. Это Радойко Степанова. Это Радойко Степанова выпустила в Сербии. Да, тут, значит, это самое на сербском языке, естественно, моя картина сразу, да? Эта картина называется «Читая книгу «Ключ к себе». Видите? И в древнем веке, и в современном веке. Видите, поэтому я картину эту нарисовал такую, которая она и современная, и очень древняя. И одежды у него, и у нее такие вот. Да. Ну почему об этом? Я говорю о мультиэффектности. То есть я человек разносторонний. И как меня систематизировать? Это очень сложно. Потому что я одно видео делаю про искусство, другое дело видео делаю о том, на чем музыка основана. Следующее видео делаю, как изобретать, потому что я изобретатель. Да. А следующее видео делаю про поток, что оказывается то, что говорит Чицкен Михаил, то можно входить в этот поток, и для этого не надо 10 лет тренироваться в технике мастерства. Поэтому я учу и художников, и музыкантов, и штангистов, и ну, разных людей. Потому что это не обучение тому, как вам прыгать или бегать, а тому, какое состояние внутренней свободы при этом надо иметь. А технику вы, конечно, ну, без техники куда денешься. Ну, можно самой простейшей техникой пения, самой простейшей техникой рисования, самой простейшей техникой любой физкультурной, если вы туда дополняете элементы ключевой. Разгрузки зависят от дозы. Либо ты делаешь короткие приемы синхрогимнастики, будет 50 грамм для храбрости, условно говоря, метафоры. А если ты делаешь дольше, это будет доза бутылки. И ты будешь сидеть, и мысли будут течь спокойно, как облака, ничего внутри не задевая. То есть ты разделил две половины мозга условно, внутренних встал, и начинаешь между ними соединять нужные связи, которые бы ты хотел для исполнения твоих целей и желаний. Ну вот, видите, какие интересные вещи я вам тут рассказываю. Я это тоже писал в этой книжке, которая в Англии была издана, но я, вот видите, глупость сделал. Обнажение истины, да? Вот снег, я тут, фотография моя, это чистый снег. Но вот это вот синхрометод, я вместо того, чтобы написать метод для саморегуляции, ключ, чтобы сразу было понятно для чего. Вот как у меня первая книга там была,
называлась «Ключ к себе» еще в 90-м году. И когда я был там в Канаде, мне Ханна Стронг предлагала приезжать, говорит, в апреле, и мы тебе сделаем книгу «Key to the Self», или как я английский не знаю, я немецкий изучал, и немецкий не знаю, потому что я потом китайский изучал, и китайский не знаю, потому что как только я понял, на чем основано иглоукалывание, а я в это время уже и китайские сказки читал, и с Фуганом, со своим другом и учителем разговаривал, были на бытовые темы по-китайски, знал уже все. Но как только понял, на чем смысл иглотерапии, точно так же, как потом я, когда понял, в чем смысл гипноза, и потом, когда я понял, в чем смысл каббалы, и потом, когда я понял, в чем смысл изобретательского мышления, да, я вот обнажение истины. Да, или как стать везучим, да. Да, вообще систематизировать меня сложно. Как можно меня мультиэффектного систематизировать? Ну, женщина может, конечно, потому что женщина, она любит систематизировать. Я помню, как я с одной девушкой познакомился, а на следующий день она увидела у меня записную книжку, лежащую там на столе, и она мне взяла ее и переписала, аккуратненько переписала, все там систематизировала. Это женская сущность, а они могут систематизировать. А мужская сущность – это созидательное, создавать. Но женщины не создают по своей физиологии, они создают изначально, по природе. Они ребенка родят и ставят его на ноги, они уже созидательницы. А мужчины должны головой думать, как ее защитить, как создать комфорт, условия надежности. Да, и головой, так сказать. То есть он должен смотреть вперед, а она, как говорится, оберегает то, что он делает. И смотрит на мир его глазами. Поэтому, мужчины, имейте в виду, то, что вы жене своей рассказываете, или детям, девочкам рассказываете, вашими глазами смотрят дети или жена, женщина на мир. Она может сопротивляться, может думать, что она своими глазами смотрит. Ну вы же бегаете там по политике, вы же бегаете там по новостям, она же не бегает, она же своими делами занимается, и она поэтому от тебя это все слышит. Ну ладно, по-моему, я заболтался. Заболтался. На самом деле я проверяю новую технику. Новую технику. Это будет потрясающе, если я сейчас найду способ, а я сейчас загадаю себе такое желание. А потом выйду на ноль, использую ключевой фрагмент, там выйду на ноль и задумаюсь, нужно мне это или не нужно, и пойму, да, если нужно, я это найду, как сделать. Во как. Обнажение истины или секреты везучести. Пишу такую новеллу. Так вот, я хочу вам сказать, что я-то хотел бы вот так вот сейчас вот придумать систему, с помощью которой легко книги писать. Не в том плане легко, чтобы писать было. Всегда трудно писать. Зависит от твоего состояния, умения и так далее. И самое главное, о чем? Смысл, чтобы был. Потому что все книги, на самом деле, которые ты читаешь, они об одном и том же. О любви, о жизни, о сострадании, да, о дружбе, о предательстве. Поэтов читаешь, например, просто поэтов, самые выдающиеся поэты, они все время только об этом и говорят. О предательстве, о любви, да, о дружбе, о родине, о маме. Да, о чем еще можно говорить? Да. Ну вот, в том-то и дело. А я хочу такую конструкцию сделать, техническую, чтобы я мог. Потому что я сейчас написал одну большую книгу, а там 800 страниц. И вот мне надо, чтобы я все это видел перед собой и сидел, как за пультом управления в космическом корабле, нажимал кнопки, и страницы перелистываются, я одну туда ставлю, эту сюда ставлю, чтобы я мог так сделать. Вот смотрю, нога у него. Ну, вот как круто вообще-то задумано, мечтатель. Размечтался, да. Да, круто задумано, да. Задумано круто, но надо же, чтобы это желание мое исполнилось.
Это нужно такое состояние иметь мощное. А если бы я его и не имел, я бы даже это и не задумал, даже такой задачи себе не поставил. А если я смог себе такую задачу поставить, я обязательно добьюсь. Обнажение истины или секрет исполнения желаний. Секреты везучести, удачливости. Да. Ну, будут меня систематизировать. Она мне сказала, я помогу тебе систематизировать на Ютубе все мои видео, а там их сотни. Да, как меня систематизировать? Я же разнотемный, разноплановый. Да, одному нравится это, другому нравится другое. Ну, например, художника как систематизировать? Ну, например, по годам систематизировать, или там белый период, зеленый период, желтый период, там, или еще чего-то там. Ну, это художник. А я же не только художник, друзья. У меня же там и писательство, и стихи, и проза, и спорт. Ой-ой-ой, как меня система живет. Ну ладно, это она сможет. Женщина, ей свойственно, как говорят, все расставлять на свои места. Она берегиня. Друзья, до встречи. Скоро буду вам показывать методику. Как добиваться истины без разрушения, то есть это как культура, да, как культура, как выжить и как развиваться без разрушения и саморазрушения, как из трагедии создавать произведение, да, заболтался, да, но ничего, да, ничего, до встречи.